Над предпринимателями Усть-Каменогорска нависла реальная угроза банкротства. За бортом бизнеса могут оказаться более 100 организаций, а это минимум 500 человек останутся без работы. Причина возможного краха в тесном партнерстве с товариществом с ограниченной ответственностью «Торра», заподозренным в незаконной регистрации. С 2009 года предприятие провело большое количество сделок, которые теперь могут быть признаны неправомерными. Налоговая грозит бизнесменам непомерными штрафами. Я плачу налоги, соответственно. С чего эта сумма взялась, я не знаю. Лишили регистрации предприятия. Попросили предоставить документы. Проверка встречная. Предоставил документы. Нате, распишитесь за 7 миллионов. Вы должны. Все. Я просто буду разорен. То есть и возможности выплатить эту сумму нету. И ну, я просто останусь без работы, и все люди, с кем я работаю, окажутся, можно сказать, на улице. Сейчас в Усть-Каменогорске запущена судебная машина. Около 30 предпринимателей пошли на экономический суд. Еще 100 заняли выжидательную позицию. Решения представителей Фемиды переменчивы, так как с каждым разом всплывают все новые и новые факты. По сегодняшнему ничего не могу сказать, потому что решение суда фактически еще не вынесено, а у нас перенесли процесс. Но как только будут известия, обязательно мы вам скажем. Чем завершится конфликт, пока неизвестно, но судебные разбирательства практически парализовали работу предприятий. Предприниматели намерены дойти до Верховного суда. Сотрудники прокуратуры уверены, если бизнес шел честно, то и бояться нечего. Если в судебном порядке будет доказано, что действительно эти люди, руководители, которые там в стат-карточках стоят, не занимались никакой предпринимательской деятельностью, эти предприятия будут закрываться. Для того, чтобы избежать тех предприятий, которые фактически не осуществляют никакой предпринимательской деятельности, просто выписывают чьи-то фактуры, тем самым уклоняясь или давая возможность уклониться недобросовестным предпринимателям от уплаты причитающихся налогов. Сейчас разным предприятиям грозит штраф от 200 тысяч до 60 миллионов тенге. Это не считая пении налога. А если незаконность действий будет доказана, то отдельных бизнесменов могут привлечь и к уголовной ответственности. Уже полгода как идут судебные тяжбы. Это только начало мытарств. Очередной суд принял решение не в пользу ТОО «Торра».